Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Кофейные Перцы, а это Rocket League. Всем привет, ребята! И у нас сегодня снова, получается, у нас футбольчик с новыми режимчиками, ребята, вот, и да, как да, вы да. видите, мячик у нас сейчас маленький, поэтому он очень быстрый и он очень скользкий, поэтому... И непредсказуемый, я бы сказал, да, так еще. Это самое главное. И, кстати, ребята, почему мы представились как Кофейные Перцы? Потому что мы в прошлой серии попросили вас написать название для нашей команды, и, как мне кажется, очень много, на самом деле, комментариев было, ребята, за что мы просто говорим вам огромное спасибо, но, как мне кажется, самое прикольное... из всех это было Кофейные Перцы. Так только отбили мячик. Да, отлично. И это, конечно, здорово. И тут, ох, опа, как отбил. Ну-ка, он, ну-ка, залетит. Давай, ай. Ай-яй-яй, не-не, слишком промахнулся, сильно. Промахнулся, Димон, так, тихо. Ой-ой-ой. Капец, ребята, ясно. Кофейные Перцы проигрывают. Что-то не так. Нужно выигрывать, потому что мы должны их дергать просто как тузигрелку. Да-да-да. Димон, что-то не так. Ну и, ребята, мы зашли без разминочки, без ничего. Нужно тащить. Сразу в бой пошли. Да, сразу в бой вот так вот. Будем сейчас с Димоном, естественно, пробовать затащить. Потому... О, первый выбил мяч. Отлично. Ну-ка. Отлично, так, здорово. Самое главное не приносить мяч на нашу территорию. Давай, капец, он быстрый. Я вообще не успел к нему даже прикоснуться. Хотя вроде... Ой-ой-ой, тихо-тихо, куда летишь? Давай, как он так подлетел? Вообще странный мяч. Маленький мячик, да-да-да. Нет, вот даже не получилось у меня подобрать даже этот мяч, капец. Ну-ка. А вот, ну... Капец, меня там подрезали. Ой-ой-ой. Оп! Ой, Димон, хорош! Залетит? Нет. Да! Не-не-не, штанга. Ну, ой, наш не добил. Капец, ребята, ладно. Ну, Кофейные Перцы сейчас соберутся, погодите. Да-да-да. Мы-то знаем, что вы в нас верите, ребята, поэтому чем больше лайков, тем больше веры в нас. Соответственно, тем быстрее мы их выиграем. Так. Ну-ка, туда. На самом деле, времени еще много, поэтому как бы торопиться. Опа, нифига себе. Жесть. Офигеть, это, кстати, я выбил, по-моему. Хорош. Да, я выбил. Хорош. Так. Опа! Ух, там я кого-то откинул. Ох, как кого откинул. Так, но мяч все равно... Это было близко, Димон, вот серьезно. Это было очень близко. И опять! И опять. Звони на 505. Блин, мяч как-то странно отпрыгивает на самом деле. Так. Нет! Не-не-не, мимо. Хорошо. Слишком сильно его пульнули. Так, Димон, давай, вот это на шанс. Вот это просто на шанс. А, ну свой толкнул! Что за фигня? Так, я подкинул его кверху, а теперь нужно добивать. Ну не в нашу же ведь сторону. Так, на защиту. Ой, назад возвернул мячик. А вот теперь... Атака. Ну-ка. Ой-ой-ой. Жесть, вот это было мощно. Ох, я взорвал кого-то. Так. Нет! Капец. Я даже не понял, как он там ударил и как вообще мячик полетел. Просто капец. Смотри. Капец, просто, это невероятно, да, невероятная шара, на самом деле, ребята. Ну ладно. Будем играть дальше, ребята. 2.5 минуты у нас есть? Есть еще время, чтобы отыграться, оно всегда есть, поэтому пробуем, ребята, играем до последнего. Опа! Хороший мяч отбил, а вот сейчас мой выход. Ну-ка, давай. Давай! Ну-ка, залетел! Найс, вот это гол! Хорош. Вот это гол, просто лайк надо ставить, ребята, сразу же, потому что смотри, вот так, как красиво. Бам! Печь, просто он тем более так быстро летел, что я боялся, что я реально промахнусь. Ну, гол был очень крутой. Типа. Вот это чем будет. Да. Так, давай я этим вот убиваю, это я наоборот. Просто Кофейные Перцы. Да, вот это просто Кофейные Перцы, ребята, все, просто хэштег Кофейные Перцы. Так, о, да ладно! Ой, сори, Димон, сори. Тогда ничего. Так, нужно... Блин, как я промахнулся, как? Так, не. Так, отлично, отбили. Вообще жестью сейчас было, я, конечно, не поймаю, но слава богу, что мы отбили этот мяч, потому что не знаю, что произошло, если бы мы этого не сделали. Ой. Аккуратненько. Так, нужно отбить, хорош. Отбили. Хорош, я за мячом. Погнали, вдвоем с тобой там, если что. Давай. Нужно, во, как раз на линии ворот. И... Да! Найс! Nice. Хорош! 2-2, ребята! Вот вы поставили лайк, и значит вы верите в нас, поэтому мы и выигрываем, мы возвращаемся в седло! Камбэк! Камбэком здесь попахивает, ребята, просто Кофейные Перцы! Новый сезон! Так, погнали! Я пока что на воротах стою, потому что пока что смысл...
Ой, хорош! Ай-яй-яй, чуть-чуть. Это было близко. Это было близко. Очень рядом, потому что нужно было немножко другую траекторию взять, но да ладно, так. Там люди вообще пытаются как-то подлететь. Опа! О, давай! Добил! Хорош! Красава! Да, да, ребята, просто выигрываем! 3-2, 3-2, да! Отлично! Вот это все из-за вашей веры в нас. Бум. Это все из-за этого. Бенч! Просто. Прям в девяточку так жестко. Девяточку просто муа! Просто Рональдо нервно покуривает в стороночке. Вот. Ребята, а все потому, что мы перцы кофейные. Да, вот да, оно да. Что. Вон, еще один гол там назревает. Да, давай! Да, нужно! Ай-яй-яй! Не ударил. Ай-яй-яй. Но ничего. О! Дал пас! На головочку принимайте. Перелетело там чуть-чуть. Ну все, нас нужно брать, понимаешь, на лигу. Вот ребята, да. Вот все, на чемпион мира, понимаете? Ой, он отбил, просто. Да, быстрее. Он делал, я бы забил, 100% забил, вот просто верю. Так. Оп, ой, о, гол? Нет. Выше. Блин, слишком высоко, он пнул его. Ну нам хотя бы нужно продержаться вот эти 40 секунд, чтобы они нам не забили. Так. Оп. Отбил мяч, так, давай, Димон. Сейчас выбьем. Ой-ой-ой, хорош. Нужно доводить дело до конца. Ай, блин, немножко не то сделал. Ну да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Капец. Так, самое главное, нельзя пропустить, сейчас не надо. Хорош. Давай. Ай-яй-яй, я там не успевал. Блин, ну 10, 9 секунд. 8 секунд. Нет, пожалуйста, отлично. Все, слава богу. Мы выиграли. Да. Фух. Все, ребята, на этом заканчивается наша первая битва, и она заканчивается победой. Класс. Отлично, просто замечательно, Димон. Первый матч кофейных перцев и сразу же победа. Просто, ребята, ну, это хорошая, понимаете, инвестиция, так сказать, хорошее вложение в нас. Так, выходим в менюшку, давай запускаем нашу следующую игру. Так, ты готов, да? Да, я готов, давай играть. Как прокомментируете вот этот вообще, вот сейчас только что вот нашу битву вот такую вот как бы потненькую? Что скажете по этому поводу? Очень все было здорово. Так, очень вам понравилось, было классно, да? Мне все понравилось. Ну, понравилось вам, да? То есть, играли хорошо. Играли слаженно. То есть, ребята, видите, сначала мы зашли, как бы, ну, не разыгрались, а потом, поиграв чуть-чуть, мы пришли в себя, сели в свое седло и просто показали им, что такое, кто такие настоящие тачерак, кто такие настоящие кофейные перцы. Да. Так, новая интересно, карточка. Кстати, какой сейчас будет... О, мяч квадратный! Да! Отлично, вот не было, да, у нас еще квадратного мячика? Не было, ребята, этого режима мы вам не показали в прошлой серии, поэтому сейчас вы увидите это. Это квадратный мяч из Майнкрафта, боже, просто квадратный мяч. Прикол просто в том, что он приземляется, когда он приземляется, у него очень странная траектория полета, то есть он, получается, на ребра приземляется и странно как-то отпрыгивает. Как кубик, да-да-да. Просто как кубик, да-да-да-да-да. Поэтому... И еще буст, то еще какое-то медленное ускорение, как там было написано, то есть буст. О, еще стрелка-то очень медленно летит на самом деле. Да. Так, но смотри, все равно мяч уже в ворот. Мы сразу атакуем. Сразу показываем, кто такие кофейные перцы. Да. Ой-о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 й. Так, Олег. Меня толкается вообще чуть-чуть. Я нечаянно толкнул. Да, нормально. Самое главное, чтобы не забили. Самое главное, отбить. Нет. Ничего себе! Ничего себе! Вот это против нас попались тут противники, но кофейные перцы не сдаются. Не-не-не-не-не. Чтобы мы сдавались, ну вы чё, господа? Ну, конечно, не будет такого, сейчас мы покажем вам. Никто не думает сдаваться. Никто никогда не сдается. Just do it! Просто погнали и выбиваем этот гребаный квадратный мяч. Так. Ой, Димон! Не в ту сторону! Не в ту сторону! Наш чувак засейвил! Хорош! Просто красавчик. Ай, капец. Сразу назад. Ну, какие-то жесткие поцаки попались. Да, есть такое. О. Так, выбили. Так, отлично, давай. О, меня взорвали. Капец. Я прям улетел сейчас назад в будущее или назад в прошлое. Не знаю, куда я полетел. Не. Так, Олег. Хорош. Опа. Хорош. Опа. Смотри, куда, что дел... Ну-ка. Ай-яй-яй. Блин, чуть криво взял. Криво. Димон, давай, выбивай. Надо выбить мяч. Так, его подкинули кверху. Нужно что-то предпринять. Нужно что-то сделать. Так, вот это шанс. Оп! Вот это, ну, шанс был. Блин, упустили шанс. Не-не-не, смотри. Есть еще шанс. Есть еще, да. Еще не все. Работаем, господа. Блин, мяч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Капец. Оп! Ой-ой-ой. Что происходит? Просто что происходит? Опа, выбил. Заруба полная, вот жесткая. Вот увидите, ребята, просто заметьте, как мяч летит, потому что его траектория очень странная. Хорош. О-о-о-о. Гол! Вот это да, красава. Меня пнули, я забил, смотри, давай посмотрим повтор. Давай. Смотри, я стою просто на месте. Тебя толкнули, да-да-да. Меня чувак врезается, я в мяч, и мы забиваем. Отлично. Это тимплей. Это тимплей, ребята. Это просто команда кофейных перцев. Да-да-да. Опа. Не, так. Но мне нравится, конечно, играть с квадратным мячом, потому что это полная непредсказуемость, да. Если как бы этот круглый мяч можно как-то предсказать хотя бы, да, его поведение, то... Ну-ка, давай. Слушай, нормально так сейчас с тобой развели, ну почти. Так, нужно. Во, к воротам, прям к воротам. Ну-ка. Да! И гол! Да! Ну-ка! Стой! Как? Ай-яй-яй. Как? Это было очень близко. Это что за троллинг? Вот сейчас. Нет. Я пролетел мимо мячика. Что я делаю? Я не знаю, что я сейчас сделал, но да ладно. Мы должны, ребята, выиграть эту игру. Мы должны показать, конечно, кто такие настоящие кофейные перцы. Это ребята, которые не сдаются. Это ребята, которые постоянно тащат. Все. Просто все пролетели мимо. Нет, стой, выезжай. Стой. Ай, не успел. Ну, в смысле, промазал. Чуть-чуть. Пипец. Они забили нам второй гол, Диман, понимаешь? Да. Это вот сейчас реально трудно. Квадратный мяч, ребята, это реально потная заруба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но у нас еще есть 2 минуты. У нас есть еще 2 минуты. Есть время, чтобы показать, кто мы такие. Поэтому давай. Ой, как хорошо выбили. Только меня прокинули. Сразу на их сторону выкинули мяч. Это замечательно. Так, нужно, вот сейчас нужно как-то вывести мяч. Так, чтобы прям к центру, да-да-да. Ну вот. Вот сейчас. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, нет, стоп. Не-не-не. Стой. Хорош, Олег. Вот это да. Жесть. Найс. Просто жесть, господа. Это что-то нереальное. Так, выбили. Ох, я чувака своего пнул случайно. Блин, куда мяч полетел? Так, Димон, 1 гол, 1,5 минуты. 1,5 минуты. Время все меньше и меньше. Блин, отбил. Ай-яй-яй, отбил. Ну, что за козел такой, а? Это 3... Нет, это не может быть, ребята, продажный матч. Нет. Ой, мяч обманул меня, стой. Так. Блин, капец. Выбиваю. Давай, минута осталась. Ну нет, стой. Пожалуйста, не надо. О, хорош. Так, отлично. Фух. Давайте, ребята, минута, куда? Куда мяч, куда? Димон, хорош. Туда его, туда. Давай, ведем к их воротам. И удар. Ай-яй-яй, успел нужно, там. Нужно, ну и куда он полетел? В другую сторону. А, не, нормально. О, Димон. Так, аккуратно. Давай, это наша. Эй, куда ты ж выбиваешь его? Капец. Давай, 40 секунд. 1 гол. Главное, нет, не пропустить. Нет. Мне кажется, это все. Это конец кофейных перцев, да? Блин, что ж такое-то? Квадратный мячик нам не дается почему-то. Пипец вообще какой-то. Просто пипец. Ладно. Будем пробовать. Едьте вперед, я там постою. О, просто он почти остановился на середине, но... О! Опа! Меня там свои пинают, господи! О, капец! 30 секунд, но не знаю. Мы очень долго мучаемся уже. С одним просто этим голом. Вот он! Отлично! Борис Альто Тута Фрути забивает гол. А смотри, я его, по-моему, толкнул в этот мячик. Давай посмотрим. Бенч! Просто, ну нет, потом толкнул. Да, потом. Так, ребята, 23 секунды. Осталось 1 гол забить. Давайте, должны успевать. Димон, мы должны 23 секунды. Надо. Мы просто обязаны. Так, это что сейчас было такое? Я не знаю, что это сейчас было такое, но мне это отнюдь не нравится. 10-15 секунд. Давай. Ай-яй-яй, там наш чуть-чуть помешал. Давай, летит прям в ворота, давай. Где там? Где мяч? Я не вижу. Дима, пинай. Бью. К сожалению, это все, ребята. Это, кажется, все.
Бум. Это все. Мы, к сожалению, проиграем вторую игру, но теперь наступает третья решающая игра. Каточка. Ой, было потно. Было очень потно. Какой сейчас будет режим? Так, Димон, все, ты вышел, да? Все, я готов, да. Начинай. Ну тогда погнали, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, погоди. Что такое? Дайте-ка посмотреть. А, ребята, кстати, здесь написано, что скоро выйдет новое обновление. Добавит две новые машины. Вот смотри, справа у тебя, то есть Чаус и Скати. Да-да-да, вижу. Хаос, типа, наступит скоро, ребята. Поэтому скоро выйдет еще одно новое обновление. Посмотрим, что до него добавят. Тут, как я понял, добавляют какие-то новые две машинки. Добавят еще кучу всяких деталей к ним. И, возможно, еще какую-то добавят арену, то есть, да. Вот. Но, мне кажется, обновление тоже будет стоить где-то рублей 100. Да, в принципе, как оно обычно и стоит. Так, и так, опять... Так, что у нас смотри, тут? Маленький, да, мячик? Маленький, да. Угу. Мячик у нас, к сожалению, маленький. Смотри. Small, Bell, так, Speed, fast, быстро. Light. И еще что-то как-то там... Вспышка какая-то была, по-моему, была написана, там что-то вот видел, но не успел. Прям, смотри, все за мечом едут, офигеть. И тащим. Да. Да, Димон. Так. Так, мячик там у ворот уже у противников был. Опа! Отбил. Ну тут я просто врываюсь, так сказать, ребята. Так. Нужно что-то делать. О-о-о-о-о! Блин, нет, промахнулся. Блин! Запутался! Ой-ой-ой! Ладно. Ладно. Опа, она! Аккуратно, отлично. Аккуратно сейчас. О, хорош! Это ж... Давай! Вперед! До конца! Вперед! Блин! Меня взорвали! Че за бред? Ладно, я пока что на воротах. Выбивай. Опа! Че, прям ворота? Стой! Прям ворота! Смотри! Ай-яй-яй! Чуть-чуть сильно, да! Капец! Мяч летел прям в ворота, что за фигня? Это был бы, наверное, один из самых лаки голов, который я когда-либо забивал, так. Ну тут что-то прям жестко какая-то, ребята, бойня, я чувствую, так. Будет у нас. Третья решающая игра. Очень потная. Пройдут ли крутые или как-то на кофейные перцы, кофейные, ребята, перцы, финал. Кофейные. Так, Димон, я тут с тобой пинаюсь просто. Да меня тут все пинают, да. Сорян, конечно, я случайно. Да ничего. Хорош. Найс, я уже думал гол. Отбил. Ну, без паники. На самом деле. Отличненько. Без паники. Просто вот так вот, без паники. Ведем мячик спокойненько, вперед. Вот так вот, не торопясь. Смотри. Хорошо. Опа, и тут я. Ну, спокойненько, главное, без паники, я же говорю. Все будет хорошо, если все делать без паники. И тут я такой врываюсь в бой. Иди! Ай-яй-яй! Было близко. Было очень близко. Было очень опасно. Хорошая попытка, но, к сожалению, мимо. Так. Что-то. О, что-то попахивает головом попахивает. Ну. Попахивает чем-то интересненьким. Хорош, да. Найс. Мы забили гоу, Еее! Осталось 3 минуты. И мы сделали это. Ой, Димон, а я думал, ты забил, кстати. А? Я думал, что ты забил. Не, там, к сожалению, не я. Тут как бы нам помогли, как бы чувак не из нашей команды, да. Но все же он играет сейчас за нас, поэтому... О, опа! Там еще кто-то взорвался, охренеть. Так. Не-не-не-не-не-не-не, стой. Нет. Но там мимо, по-моему, летит. Да, мимо, но это было близко. Ну-ка. Давай. Блин, отбил. Отбил. Говнюк. Просто говнюк. О-о-о-о-о-о. Ну, я взял ускорение. Блин, нужно выбивать. Ай-яй-яй, походу гол, да. Капец, ребят, ну я так и знал, что здесь легкого ничего не будет. Понимаете, легкой победы не будет. Изи катки здесь быть не должно было, потому что это очень-очень трудная игра у нас получается сейчас. Ладно. 1-1, 2,5 минуты. Да. Будем пробовать. Ой, куда мяч вообще полетел? Нифига себе. Ну-ка. Так. Аккуратно. Блин, я попытался как-то в воздухе его достать, но, к сожалению, не получилось это сделать. Смотри, тут сейчас тоже, может ребята, быть пытаются опасно. Так. А, рано. Ну давай. Ну нет. Так. О! Вот давай. Блин, капец, такой. Блин. Ой, Димон, сори. Пипец какой-то. Фух, жесть. Вот сейчас я запаниковал. Я реально запаниковал сейчас. Если бы они забили, это бы было очень жестко. Блин, я вот сейчас летел прямо на мяч, но что-то потом решил не лететь за ним. Ладно.
Так, ну самое главное вывести. Не-не-не-не-не, ребята, нет! Да. 2-1. А, Димон, понимаешь, нам нужно выйти в финал, нам нужно продолжение. Полюбасу нужно побеждать. Капец, по-любому. Нам нужно выиграть этих тузигрелок. Это нужно показать, кто такие кофейные перцы. Поэтому давай, едь вперед. Тащим. Давай, давай. Тащим, тащим. Ой, ой, как выбил, хорошо. Хорошо. Так. Блин, ладно. Попытка не пытка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Хоп. Хорош. Хорош, отлично. Димон, хорош. Так. О-о-о, давай, гол. Пожалуйста, нет. Так. Так. Давай, ну... Почему нету гола? Нужен гол! Просто хотя бы до овертайма, ребята, есть... Хотя бы до овертайма, да-да-да. Хотя бы до... Так, так отбиваем. Выбил, выбил. Выкидываем его из нашей... Из минута. Так. О-о-о-о! Пипец. Все отбивает. Такие стальные какие-то, а, ребята, минута. Чё-то я уже начинаю нервничать. Так. Главное без паники, главное без паники. Ребята, ой, хорошо, так как... Ну-ка, давайте, давайте, давайте. Давай, давай. Да, такой... Такой дракол. Такой... Пустые. Вот именно из-за таких мы проигрываем. Капец. Нет. Такой шанс и не забить. Вот сейчас. Блин, мимо. Ну... О, найс. Да, Дима, просто как фух. И в этой серии, как и в предыдущей, ты просто все решил. Под конец. На да, последних да. секундах, офигенно. Бум. Просто лайк, ребята, это темплей. Есть у нас овертайм. Это темплей. Есть шансы на победу. А если бы этот чувак сейчас забил, это было бы 3-2, и мы бы выигрывали. Да-да-да. Поэтому надо тащить. А есть еще 16 секунд на то, чтобы попробовать их затащить. Блин, промахнулся. Не-не-не-не-не-не-не-не. Хорош, Димон. Давай-давай. Блин, промахнулся, нет. Стоп, не, давай. К сожалению, овертаймы, да? 3, 2. Нет, 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 нет. Офигеть, офигеть, просто. Жесть. Пипец какой-то, невозможный прям. Так. Так, так. Все хорошо. Все хорошо, господа, все хорошо. У нас все хорошо. У нас все хорошо. Капец, как обидно. Все нормально. Честно говоря, уже не до разговоров как-то, потому что... Ой, пропустил. Нет, нет. Нет, 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 нет. Ой, хорошо. Вот это шанс, 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 шанс. Давайте, нас трое в нападении. Ну не подведи, щитя. Да какой он аутист. Такой раз, просто Киржаков гребный. Ты кипец вообще просто. Я просто в шоке. Я такой мазила, господи. О! Давай! Блин, не получилось. О! А прикинь, они бы сейчас сами... Да, 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 я тоже об этом подумал. Так. О-о-о-о-о! Ну, блин, он толкнул меня. О! Да! Он забил, найс! Неужели? И мы выиграем решающую битву, и кофейные перцы проходят финал, ребята! А на этом, я думаю, пора заканчивать, и тогда уже продолжение будет совсем скоро. Ну, а на этом все. С вами был Кекс, давайте подписываться на наши каналы, ставьте большие пальцы вверх, и также оставляйте свои комментарии по поводу всего этого. И надеюсь, вам это понравилось, ребята. Всех любим, всех целуем, всем пока-пока. Всем пока, ребята.